сестры Белла и Джиджи Хадид захватили мировые подиумы. Вытолкали конкурентов буквально. На неделе моды в Париже среди моделей зашагала леди из зала. Обычно этим занимается охрана, но Джиджи всех опередила и спихнула дамочку, перекинувшись парой резких слов. У Джиджи на лице написано «Сейчас наброшусь и на вас». Белла, наоборот, спокойная. Или это ее способ выживания с сестрой? Белла с вечно умиротворенным лицом, добрая, приветливая, мечта любого киноманьяка. Сейчас сестер различать легче. Джиджи блондинка, Белла брюнетка. У Джиджи красота природная, а над Беллой потрудились хирурги. Сделали нос, но как задирать ненастоящий нос, это трудно. Белла долго оставалась скованной, зажатой. Именинницу изменила любовь. Она засияла, когда влюбилась в музыканта Уикенда. Белла вдруг научилась одеваться, эффектно ходить и стоять с сестрой гордо, не потупив взгляд. Впервые чувствуя себя лучшей. Белла сделала невозможное, вырвалась вперед. Стала популярнее всеми любимой сестры. Оказывается, харизма может проявиться с опозданием. И даже недавно возникшая черная полоса, расставание с Уикендом, ограбление на отдыхе в Греции, у сестер Хадид украли личные вещи и украшения, все это не выбило именинницу из колеи. И сегодня ей 23, и она будет танцевать.